Приветствую зрителей и подписчиков моего канала, это канал Алекс энд Плей. Мы продолжаем играть в Союз Социалистических Штатов Америки за Вильяма Фостера, все как обычно. И в прошлой серии мы победили Германскую империю, ее Рейхспакт, ну, мы воюем с остатками Рейхспакта в Африке в основном, но и еще победили Дунай-Адриатический Союз, где была Австрия и Османская империя, все Балканы. Все Балканы были в этом альянсе. И мы, наконец, его победили. Прекрасно. И остается только разобраться с остатками Рейхспакта и, в принципе, дальше повоевать с Восточно-Сибирской Федерацией. Самый такой, я думаю, сложный враг, потому что у него дивизий. Ну, хотя, может быть, и ни хрена не сложный, но дивизий просто много. Вот, много дивизий, поэтому давайте пакт о ненападении подпишем на всякий случай. Потому что нам надо, чтобы этот пакт был, чтобы она не напала на нас случайно. Нам этого не нужно. Хотя она, наверное, не сможет напасть. Состояние мира. Ну, в общем, возьмет она фокус, это вряд ли этот фокус она возьмет. Не знаю, может быть возьмет, но неважно. Главное, что нам надо остается победить только Мидель Африку. Кто там еще из главных Мидель Африку? Ну да, Мидель Африку побеждаем, и весь альянс вот этот просто капитулирует. Мидель Африка готова на 7% пока что, 243 тысячи потерь. У нас 225 тысяч. Конечно, равные практически потери. Но они, конечно, возрастут, и нам надо как-то быстрее что-то делать. Плюс еще пехотное снаряжение в минус ушло. Но я думаю, оно нарастет, и все будет хорошо. Ну что, так что эту войну я буду сейчас ускорять, чтобы сильно не заделать. Чтобы все войны... В общем, все войны буду ускорять. Ну, самые мелкие я показывать просто не буду. Ну, вот с Португалией, ну чего, Португалию легко будет уничтожить. Потом что... Индокитайский союз, социалистический Сиам, республику Бирму тоже будет легко победить. В принципе, малайскую социалистическую тоже республику будет легко победить. А, ну а на марионетку, значит вообще легко будет победить. Потом, ну в Австралию надо придется высаживаться. В Инсулиндию тоже высаживаться придется. С Абиссинией и Сомали вообще будет легко. Мадагаскар капитулирует с Мидель Африкой, так что нам не надо будет захватывать. Здесь, на Ближнем Востоке, но тоже справимся. Здесь сейчас я подведу войска Исламского государства. Афганистан захватим. Вот. Здесь в Южной и Центральной Америке, и в Северной все у нас под контролем. Так что остается, в принципе, не так много, и я думаю, эта серия будет финальной. Так что желаю вам приятного просмотра.
Кровавый, святой, правый.
Oh!
Ну вот и все. Наконец-то это финал. Просто, господи, наконец-то. Так долго это все-таки война шла, особенно в Сибири. Это просто что-то с чем-то. Ну и, конечно же, время отняло. В Африке война, безусловно. Да, но наконец-то мы смогли победить. И это главное. Это просто круто, что мы смогли закончить данное прохождение. Вот, 4-й интернационал по всему миру. Вильям Фостер смог осуществить свою мечту. Мечту пролетариата. Сделать мировую революцию. И мировая революция свершилась. Это просто круто и классно. Наконец-то весь мир победил. Рабство победил. Дискриминацию победил. Угнетение и прочие неприятные вещи в этом мире. И теперь мы будем вместе строить справедливое общество. Равное общество. Вот. И наконец-то мы смогли это сделать. Просто прекрасно. Весь мир социалистический. Ну, перед тем, как подвести итоги нашей страны, давайте посмотрим всех лидеров самых интересных. Оккупированная Германия. Она пока временно оккупирована. Потом там, может быть, правительство какое-то появится, скорее всего. Коммуна Батавия вот такая есть. Такая кооператив Бельгия. Ну ладно, Британский Союз мы видели. В смысле, такая гельвецкая коммуна. Австрия. Там другой, кстати, мужик был. Так, Чехословакия революционная. Польская социалистическая республика, Швеция, ну вы видели, в принципе, наверное. Вот Дания, Союз Дании, Финская социалистическая республика. В России все-таки не было у большевиков никакого влияния, поэтому пришла Спиридонова, левая СССР. Но она уже, наверное, очень-очень старая, 50-й год сейчас. Но они не могут победить сопротивление монархистов, во-первых, но... Сопротивление демократов слабо, но пока они не могут победить. Тут уже кадетов много, много социал-либералов, синдикалистов. Может быть, в будущем они у нас освободятся, и может быть, не все так будет гладко у нас. Республика Китай, там все-таки социал-демократы остались, хотя тоталисты, в принципе, растут, может быть, и свергнут эту деваху. Центральноазиатская федерация, такая Монголия. Вот Ким Чен Ын, Ким Ир Сен, точнее, Социалистическая Республика Корея, потом Япония вот такая вот. Ну, Россия, я отдал там Курилы и Сахалин, и не пришлось на конференции все это забирать и отдавать. Как Владивосток пал, так это сразу России и отошло. Вот, Грузия такая, Великая Социалистическая Транскавказье, Балтийский Союз, такая вот Беларусь. Румыния, Венгрия, ну, в принципе, понятно, Белокун пришел. Социалистическая республика Югославия, Эллинская социалистическая республика, Турецкая республика, Болгария вот такая вот получилась здесь у нас. Ну, в Африке я не буду показывать, с вашего позволения, лидеров, но мы смогли деколонизировать континент африканский. Теперь Африка полностью, ну, к сожалению, кроме Ливии, Африка полностью... под местным контролем. Местные управляют Африкой. Вот, к сожалению, Ливию не освободить. Но это проблема уже мода. Почему-то не сделать. Только Австралазийский союз получился. Коммуны Нусантара. Такая вот социалистическая республика. Новая Зеландия, хоть и по-другому как называется. Вот коммуна Бухарата. Но, блин, все равно синдикалисты пришли. Ну ладно. Это не важно, мы, в принципе, контролируем. Вот кто революционно в Персии сидит. Демократическая республика Афганистан здесь появилась. Ну, в общем, много. Федерация анархистов Иберии. Там женщина, кстати. Аргентинская вот такая республика. Тоталистская Бразилия. В общем, много тут чего есть. Крутого и хорошего. Но главное, что мы добились всех своих целей. И весь мир социалистический. Цель прохождения этого выполнена. Теперь подведем, чтобы не затягивать серию, финал, краткие серии. Краткие итоги подведем нашей страны именно.
Уильям Фостер построил крутое государство у нас здесь, Союз Социалистических Штатов Америки. И выделил Республику Черного Пояса. Негры теперь получили большую автономию. Также поддержка ополчения у нас, коллективистская доктрина. Ну, в общем, все бонусы можем посмотреть. Кому интересно, бунтарка, с небес, над старый бонус, американская морская промышленность, континентальные морские пехотинцы, корабли свободы, центральное разведывательное управление, британская помощь, у нас есть демократический централизм, революционная гвардия, второй континентальный флот, начальник разведки, реабилитационные центры, линия марксизма, коллективизма, синдикализма, диалектика, марксистская наука, несущую революцию, коллективистское общество, на берегу, лидер нового света, силы революции, мир без цепей. Да, мы построили мир без цепей. Хоть выборы проходятся каждые 4 года, но все равно Уильям Фостер, понятно, по какой причине побеждает. Теперь давайте посмотрим нашу промышленность. 924 фабрик у нас всего, 178 дивизий, 90 революционных континентальной армии дивизий, то есть пехотных дивизий 90, 54 ОБТ дивизий, то есть современных танков, 34 десантных, морских десантных дивизий, вот. Ну и вот бонус, тут можете посмотреть, какой у меня военный персонал исследования, чтобы посмотреть все, что я брал. Доктрина, ну у нас, в принципе, она была прокачана еще очень давно, в гражданскую войну, так что там мы ничего не качали. Ну, пример правительства так и не менялось. В принципе, теперь мы можем сделать свободную торговлю, потому что теперь там будем торговать именно со всем миром, потому что теперь единая торговля будет здесь. В принципе, людей можно, ну, только добровольцы сделать, потому что нам уже не надо. Ну и поставить уже гражданскую экономику на самом-то деле. Так, смотрим промышленность. То есть в армии 3 миллиона служит. Во флоте 271 корабль, 54 тысячи человек служит. В авиации 9 тысяч самолетов, почти 10, 247 тысяч служит. У нас большой запас нефти, в общем, большой запас ресурсов. Особенно с 3800, ну почти 4 тысячи стали, почти 5 тысяч нефти и 1330 вольфрама, резина 965, ну то есть мы производим резину с нефтеперерабатывающего завода, 80 хрома, но мы импортируем, вот смотри, только мы из Кубы хром, потому что, ну, хрома у нас просто нету. Так, смотрим промышленность, 518 гражданских фабрик, 325 военных заводов, 81 верфь у нас тут есть, 28, почти даже 29, 30 даже можем округлить, тысяч грузовиков в запасе, 12 тысяч поездов в запасе, 100% удовлетворения требований снабжения, почти 27 тысяч конвоев, 6 миллионов доступно топлива, 1 миллион доступно людских ресурсов и так далее. В общем, просто все прекрасно у нас, мне нравится. 100% стабильность, 75% поддержки войны. Полностью, полное горючее. То есть нам навсегда хватит его. 47 телефонов, но вообще тут бонус. Есть атомное оружие. Не знаю, зачем оно нам уже теперь нужно, но оно у нас есть. Ну и 100% популярности нашей партии тоже. Вот так вот. Поэтому крутое прохождение получилось. Много чего сделали. Большую, огромную промышленность построили. Мне понравилось. Прям просто шикарное прохождение. Ну, под конец, конечно, уже неинтересно стало, когда надо захватывать весь мир. Потому что уже все легко. В общем, это было скучно в конце. Ну, а так, в целом, прохождение довольно крутое у нас вышло. Давайте еще посмотрим, сколько у нас людей всего в стране, именно в Союзе Социалистических Штатов Америки. Вот военнообязанное население страны. 177 миллионов человек проживает в нашем союзе. Вот так вот. Это очень круто. Это очень круто. Мне очень нравится. Но главное, что вот 4-й интернационал теперь простилается на весь мир.
И революцию мы достигли. Поэтому на этом я буду заканчивать. Дальше уже ничего не имеет смысла делать. Вот, никакого контента дальше нет. Доиграли мы до 50-го года. До конца лета 50-го года. Ну, то есть до 7 августа 50-го года наиграли. В общем, долгое, конечно, прохождение. Из-за Колчака долгое прохождение по времени, по году. И из-за Фостера тоже долгое прохождение было. Ну вот. Ну, в общем, наконец-то я смогу уже перейти на новую версию. И там мы за некоторые страны два прохождения параллельных сделаем. Пока не буду раскрывать за кого. В общем, ждите следующих прохождений. А на этом я с вами буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх и знайте, что самое интересное еще впереди. И интересное точно будет. Всем удачи и пока.